забежала в сарай. Доброе утро! У нас лето в разгаре, как вы видите, по моей одежке. Да, ветер сильный, ледяной, я не про то. Забежала в сарай. Сейчас я освобожу Алтая. Да, только одного Алтая. Это я накидала, ну потому что мы уже задержались, а мне нужно срочно. Ладно, потом подправим. Мне нужно срочно идти. Алтай, я смотрю, здоровый стал. Ладно. Срочно идти с козами. Алтаец, иди ко мне. Алтай. Алтай, иди сюда. Алтай. Пойди сюда к маме. Алтаец. Выходи. Да ты глянь. Да, кто не надо, вышел. Иди. Алтай. Давай, мой красавчик. О, руки-то у меня, Алтай. Глянь, длинный стал, длинный, худой. Пойдем к девчонкам, пойдем. Пойдем, мой красотун, пошли. Пошли. Давай. Давай, пошли. Пошли, мой красавчик. А, к девчонкам. Ну, ладно, ты же знаешь, мама-то плохого не посоветует. Давай. Залез. В карман носом залез, мне скоро. Ты мне скоро по пояс будешь. Где мой красавчик? Вот он, пошли. Так, уходим. Бабака. А бабака безобразница, поэтому она все время в заключении сидит. Бабакиня. Красавчик. Давай. Пошли, смотри вам сегодня компанию. Опачки. Опа, Алтай. Ну-ка. Ну-ка. Шабая коса. Давай. О, заработала. Заработался. С налета. Ну, наверное же нет, Алтай. Наверное же нет. Все, бери. Язык высунулся. Все, пошли. Ну ты как этот. Ой, веселье. Ой. Сейчас добежим. Я, естественно, расскажу, почему я так поступаю. Жень, спил. Очень сильный ветер, очень. Я уже говорила в том видео, какие мысли меня одолевают по поводу козлов. Чего, кого, кем в этом году покрывать. Сначала я думала, я просто молодых. Вот она, Джетка, Роска. Вон она попой к нам. Малина, вот это вот. Я думала сначала только их попробовать. А теперь я думаю как-то по-новому перезапустить мое и взрослое стадо. Почему? Это не бредовые идеи, не просто я леплю вообще не пойми чего. Чилый ветер. О, Алтай стоит, духари. О, смотрите, не знаю, захватила я. Надухарился, теперь стоит, губёшки топырит, отписал и морду, и траву, и доедает. Ой. Ну вообще, красота, страшная сила. Не могу глаза раскрыть. В общем, так получается, наверное. Наверное, все-таки так я решусь, что Алтай у нас в этом году... Нубиец, чистопородный нубиец. Наверное, он у меня в этом году будет отдыхать. А... всю работу в стаде сделает Алтай, я думаю. Ну, во-первых, у меня козы не племенные, не чистопородные, только заанницы. Вот, ну, нубийцы я имею в виду. Носы большие я уже видела, уши большие, я на это уже все насмотрелась. У меня есть и, ну, не совсем красавицы, и прям вот красивые козы, да, вы видите. Есть всякие.
теперь мне хочется большого, красивого вымени. И если у меня такая прям, ну, замечательная возможность, раз у меня имеется Алтай, как я уже говорила, на некоторых фермах именно в молочном направлении так и делают, работают над вкусовыми качествами молока, то есть заанинцы, потом подмешивают нубийцев. Мне хочется все-таки двигаться в молочном, в молочном и вкусном направлении, вот что. То есть это не просто глупость какая-то, которая мне взбрела в голову. Я хочу посмотреть, вот покрыть Алтай, что же будет у дочерей. Ну, козлы будут, козлов мы съедим. Хотя, я думаю, и козлики тоже будут, представляете, замечательные. Но с козлами проблемы-то никакой. То есть я обдуманно подхожу к этому. Я считаю все-таки, что я не испорчу этим свое стадо. Не породу, я уже 100 раз сказала, они у меня не чистопородные козы. Покрою Алтаем. А потом уже в следующий раз можно и нужно опять будет нубийцами. Прошу прощения за постоянный вот этот вот шум, гам, да? Заказала уже микрофон. Не знаю, буду пробовать, как это будет с микрофоном выглядеть. Наверное, хоть как-то получше. Чуть не грохнулся с этого обрыва, хотел почесать. Я поехала. Причем я села на одно место, и я вон съезжаю с горки. Штаны скользкие. В зимних штанах я опять. Ну да, такое у нас жаркое лето. Нет, ну похолодание, да. Взяла Алтая. Ну, это понятно, что он прям сегодня-завтра не поперекроет всех. Ну, пускай он хоть шевелит, тормошит коз. Чтоб уже они начинали задумываться. Попрыгал с самого начала, когда только его выпустили из заключения. Все, и видите, поесть надо. Надо поесть. Торчит. Это он. Няша вымя подровнялась. Молока, конечно, в этой доле, в этот год уже не ждать. Нет, немножко, оно немножко есть, но аж ветром телефон сдувает. Молоко теперь будем ждать после следующего года, на следующий год. В этом году оно не прибавится. Почему у джетки такое большое вымя? И хорошо она дает молока. Вот потому что как раз у Джетки ее мать 50-процентная коза. 50 нубийка, 50 заанинка. А вот уже их бабка, уже такая очень хорошая заанинка. Она была не моя, но говорили люди, то есть у кого она была, что это была тоже самая высокоудойная. А видите, все-таки смесь это неплохо. Но смотря чего вам нужно. Если вам... Сура сказала, у меня не племеноид, мы после дойки. Естественно, мы все выдоились, уже все молока сбавили, уже шел август скоро. Конечно, если в племенном хозяйстве такое, конечно, недопустимо, вот это вот все. Туда-сюда, одним козлом, вторым, третьим. У меня совсем другая ситуация. Чего тебе? Чего?
Вот носы, видите, она сейчас профилем встанет, у нее нос такой прямо. Всякие есть, носастые, ушастые. Хочется полюбоваться выменем, очень хочется. Чтоб и не одним, чтобы прям все стадо стало такое красивое. С той стороны, теперь с другой. Все, все, все понеслось. Это мы на волшебном месте, на котором они обычно начинают играться. Ну что, сегодня они слабовато. Козлины сюда. Ой, да как сильно. Очень удобно поставить туда, чтобы и когда работаешь, когда ставишь блоки, кладешь. Когда они рядом, да, не бегать куда-то, таскать их оттуда. Очень нервный был день. Ну, не нервный. Напряженный просто. Много нужно было всего делать. Самое главное, когда ждали эти машины, которые могли просто сюда даже и не доезжать. До нашего дома, если бы что-то было не в порядке с дорогой. Ну, конечно, наверное, не наверное, полностью дом мы в этом году уже не сделаем. Но стены и крышу мы просто обязаны сделать. За это лето должны. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. И да, дом у нас будет все-таки двухэтажный. Муж купил блоков на 2 этажа. Сначала, когда начиналась стройка
мы хотели, чтобы он был двухэтажный, а потом мы передумали, решили, что он будет все-таки одноэтажный. И теперь, да, он все-таки будет двухэтажным. Это, конечно, лучше. Два этажа – это лучше, чем один.